Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! Напоминаю, что мы находимся в Турции, в районе Фетхие. Приехали сюда на одну неделю за $690 в отель Сахрасу Holiday Village and Spa. По системе все включено. Сегодня у нас второй день пребывания в этом отеле. Мы решили поехать на самый красивый пляж в Алюденизе, Голубая лагуна. Вход туда, кстати, платный. Руслана читала в интернете, я вот не помню, напомню там стоимость. Там около одного или двух долларов. Одного доллара с одного человека, да. Недорого. Друзья, мы проспали завтрак, потому что после самолета не выспались и решили сегодня хорошенько выспаться. Пришлось нам пойти в снэк-бар на завтрак, позавтракать. Также мы проспали бесплатный автобус на этот пляж от отеля. Поэтому нам придется сейчас зайти на рецепцию, поменять наши доллары на лиры и ехать общественным автобусом. Поэтому будем идти, менять деньги и направляться в сторону Голубой лагуны и Алюдениза. Заранее, друзья, поддержите нас лайком и всем приятного просмотра. Друзья, идем уже на остановку и смотрите, какой гость нам по пути встретился. Не бойся, мы тебя не тронем. Боится. Прячется. Испугался. Да. Прикольно. Я помню, видел когда-то черепашек у нас даже. Мы ехали на машине, помню, с папой, и черепашка тоже дорогу перебегала. Такое горячее. Горячее. Пошли. Друзья, ищем остановку, не можем найти. Тут какой-то турецкий поселок такой конкретный. Но смотрите, какой красивый вид открывается. На горы, в принципе, такой же, как и с нашего отеля, но все-таки нам надо найти остановку. У меня что-то такое чувство, что автобус может сюда ехать, его надо просто рукой тормозить. Сейчас посмотрим. Но людей, черепаху наедем. Людей нету, так что будем идти все-таки дальше, потому что я сомневаюсь, что остановка именно здесь. Встретили мы, друзья, только что каких-то немцев, с которыми пытались поговорить на английском, а они нам просто отвечали на немецком. Пытались показать, где находится остановка, мы, оказывается, не в ту сторону шли. Смотрите, хочу показать, в каком лесу мы живем. Вообще ничего нету, смотрите. Одна дорога, по которой даже не ездят машины. С одной стороны, это полнейшие дебри, а с другой стороны, очень свежий воздух. И просто... Деревья пахнут. Деревья пахнут. Такой лесной воздух. Это просто воздух свежести. Так, опять Руслана меня повернула направо. Автобусы какие-то. Просто я к чему веду? Только что Руслана нас завела не туда, я говорю, нам прямо. Нет, по карте направо. Сейчас мы опять свернули направо. Там автобусы, вон стоят внизу. Да, автобусы. По-моему, тут чей-то микроавтобусик ну, просто вот стоит. Такие они маленькие. Ладно. Ну что я говорил, как и ожидалось. Смотрите, вот мы подходим. Это просто чей-то дом, чей-то автобус и машина. Автобусная остановка здесь и не пахнет. Что? Пошли обратно. Нет, я не хочу по кругу ходить. Здесь есть проход по карте. Главное, говорит, хочешь пошли обратно? Куда обратно? Тут идти еще, смотрите, мы шли аж, черт знает откуда, с леса вышли. Какой проход? Тут вот, смотри, по карте, вот проход. Вижу. Вот. Пошли, если ты знаешь, куда идти, то давай. Надо было просто идти нам по центральной дороге, тогда мы точно бы вышли туда, куда нам надо. Друзья, свершилось чудо, мы все-таки выбрались из этого леса на главную дорогу. Смотрите, вот получается главная дорога, и если Руслана не ошибается, то это остановка, с которой мы должны ехать на Алюдениз. Смотрите, тут вот есть какое-то расписание, но даже слова Алюдениз я тут не вижу. А, вот, смотрите, каждые 5 минут на Алюдениз. Правильно? Да, хорошо. Ну все, значит едем сюда, друзья, смотрите, в Голубую лагуну. Я надеюсь, что автобус приедет скоро. Кстати, друзья, пока мы ждем автобус, смотрите, я вам показывал это расписание. Мы только что с Русланой обсуждали, надо будет еще съездить на вот этот пляж, на вот этот, потом на вот этот обязательно. На этот мы сейчас едем, и вот это Кая Вилледж, это заброшенная деревня, туда сейчас туристический вход собирают, можно приехать, посмотреть, как музей какой-то, тоже мы обязательно съездим. Ну и, возможно, съездим в Фетхие, не знаю, конечно, там всякий шопинг, наверное, что-то такое находится, возможно, какие-то достопримечательности. Ну, у нас еще 6 полноценных дней, так что времени, в принципе, валом. Посмотрим все места. Ждем уже минут 10, автобуса до сих пор нету. Не знаю, где он. Но мне очень жарко. Мне тоже. У нас в Киеве просто вчера было 1 градус,
а тут 30. Представьте, как нам тяжело акклиматизироваться. Добрались мы, друзья, успешно до конечной остановки Алюденис пляж. Смотрите, сколько здесь параглайдингов. Я просто смотрю, и мне уже хочется тоже полетать с парашютом. Это капец, как красиво выглядит. Смотрите, кто-то приземляется прямо вот нам на голову. Также смотрите, какой здесь красивый пейзаж. Такие горы, пляж. Вот он пляж, общественный, бесплатный. Тоже смотрите, какая красивая водичка. Но мы с Русланой в поисках пляжа Голубая Лагуна. И, кстати, что самое интересное, смотрите, в той стороне намного красивее вода. Туда мы будем отправляться, да? Да, идем. Будем идти на платный. Посмотрим, какой он. Потому что платный пляж, друзья, нам говорили, самый красивый. Я не знаю, меня так этот параглайдинг просто... Я не знаю, изнутри аж что-то как будто меня дернуло, я аж захотел срочно полетать. Смотрите, их так много, это просто капец. Расскажи, как ты ночью проснулся и мечтал. Да, друзья, я сегодня ночью, в 2 ночи проснулся, не мог уснуть, и я просто за этот параглайдинг думал. Руслана говорит, что она боится, ну и там тем более надо с инструктором лететь и прыгать, то есть мы никак не можем вдвоем с Русланой. Ну, думаю, Руслана боится, ладно, блин, я хочу сам это сделать. И я не мог где-то час, целый час уснуть, потому что я прямо вот хотел срочно именно этот параглайдинг. Напишите, кстати, кто как бы испытывал эти ощущения параглайдинга, покупал такой вид экстремального аттракциона, назовем его так. Очень интересно, кому как, понравилось или нет, стоит ли оно того. Я видел, что примерно $100 с человека. И вот, смотрите, через забор подходим уже к пляжу очень красивому. Так, по-моему, мы в прошлый раз вот сюда приехали, да? Да, сюда мы приехали, но уже было темно, мы пляжа не увидели. Друзья, знакомое место. Обязательно, если вы не смотрели, посмотрите. Примерно полгода назад был влог «Турция, заплатили штраф», где мы с моим другом Димой взяли машину из Салани и приехали сюда, на это место, в Алюденис. И из-за того, что мы задержались с полицейскими, мы приехали сюда поздно, уже стемнело, и мы этот пляж толком посмотреть не успели. Смотрите, я помню точно вот этот ресторан. И как раз мы вот сюда спустились, тут было очень темно уже. В принципе, Дима даже покупался, ты помнишь? Ладно, тоже уже. Капец, друзья. У меня прямо, я не знаю, ностальгия какая-то. Только когда мы приехали, людей здесь вообще не было. А сейчас очень много людей. И вода намного красивее, чем тогда вечером, когда мы приезжали. Будем, друзья, идти искать, где тут вход. Я уже вижу тот стенд, где написано «Голубая лагуна». Мы еще смеялись, что мы приехали 1000 километров или сколько там Салани, чтобы посмотреть на этот стенд, а саму Голубую лагуну посмотреть у нас не получилось. Вот, смотрите, перед нами Алюденис, welcome, и вот Голубая лагуна. Короче, нам куда-то прямо надо зайти, я так понял, и будем искать самые красивые пляжи Турции, да? Да. Этот пляж ходит один из самых красивых пляжей мира. Да. Да и вообще, говорят, район Фетхия самый красивейший район в Турции. Все именно его рекомендуют почему-то. Ну, мы сюда попали, наконец-то. Да, друзья, будем идти. По-моему, вот тут уже какие-то входные билеты. Сейчас посмотрим. Так, друзья, зашли мы уже на территорию. Это, оказывается, называется весь комплекс National Park. Тут находятся пляжи и парк. Он очень огромный. Тут даже есть багги-такси, которые стоят 5 лир и могут тебя подвезти в какое-то определенное место, куда ты знаешь, куда надо идти. Мы ни черта не знаем, мы сейчас будем все сами пешком исследовать, у нас целый день впереди. Смотрите, за вход мы заплатили 14 лир на двоих, 7 лир с одного человека на целый день, с налогами и так далее. Кстати, что самое интересное, забыл вам рассказать, от нашего отеля мы сюда ехали примерно 10-15 минут, и проезд в автобусе стоил 4 лиры с одного человека. И напомню, что возле нашего отеля совершенно нет пляжа, и отель находится в горах, там только горы, лес и все. То есть, не знаю, не каждому, возможно, такое понравится, но я считаю, что именно в Фетхе есть смысл взять отель в горах, чтобы потом ездить по таким вот красивым пляжам, как я вам показывал вывеску на остановке. Вот Руслана явно со мной согласится. Да, соглашусь. Давай отойдем с дороги и перейдем туда, где мы должны идти, потому что, мне кажется, здесь машины будут ехать. А мне кажется, по карте, смотри, там как бы это полуостров, и нам надо в ту сторону идти. Вот это, видишь, гора прямо. И, по-моему, нам где-то туда надо пройтись. Но я думаю, времени у нас много. Я вот не знаю. Мы, друзья, еще хотели поехать на пляж Бабочки.
он тоже очень красивый во второй половине дня. Но если мы тут не будем успевать, то мы этот пляж отложим на другое время, потому что нам как бы цель номер один на данный момент – это изучить все здесь, в Алюденизе. Потому что смысл было платить за вход, чтобы по-быстрому зайти, побегать и убежать на пляж Бабочки. То есть, если уже приехали, то надо по максимуму все смотреть, ну и, соответственно, делиться с вами. Погнали мы искать. Самым интересным поделимся. Добрались, мои друзья, где-то на центр этого полуострова, который National Park, я вам говорил. Хочу вам показать, смотрите, оттуда мы шли, где-то вот в том районе мы вам снимали, показывали. Идем вот в эту сторону. Нам сказали, что самая красивая вода и пляж будут в конце этого полуострова. Тут, смотрите, тоже красивая вода, но все же это не голубая лагуна. Это больше какая-то такая зелено-бирюзовая лагуна. Но тоже люди, смотрите, купаются. Тут нет, потому что тут лодки, я так понял, а купаются с той стороны и вот справа от меня тоже. Будем искать все-таки самые красивые пляжи. Очень красивый параглайдинг, я прям смотреть на него не могу. У меня что-то внутри прямо начинает двигаться и дергаться. А Руслана боится. Я не пойду. Почему? Ты боишься, я не хочу. Ты боишься, потому что я тебе показывал, что веревка отрывается, да, от парашюта. Да, я не хочу такое. Тут с инструктором. И что, я не пойду. А если я прыгну, а потом тебе расскажу, как это мега круто, я то... Я все равно не пойду. А если это будет капец, как мега круто? Не. Вот так я вот, смотрите. Я не согласна. Друзья, напишите, а вы боитесь такого или нет? Очень интересно. Потому что я вообще не боюсь, честно говоря. Мне просто денег немножко жалко, больше, чем боялся бы я. Так, идем сейчас в нос этого полуострова и ищем пляжики. Смотрите, друзья, добрались мы уже, как бы, если смотреть по карте в нос этого полуострова, тут, смотрите, получается пляж. С правой стороны вода больше напоминает, как в каком-то озере или в речке. Туда мы не будем идти, зато там очень красивые горы. Смотрите, какой тут пляж. Тут тоже, как бы, не такой красивый, как мы ожидали. А вот прямо, еще под вопросом, мне вот как-то в той стороне кажется самый красивый пляж. Как ты думаешь, нас обманули? Вода прозрачная. Не, вода чистая, прозрачная, я не спорю. А где ж голубая лагуна? Ну, это что, это голубая лагуна? Это зеленая лагуна? Ну, для меня или это бирюзовая? Ну, смотри, если мы подходим все дальше в эту сторону, вот куда мы идем прямо, то там вода встает намного красивее. Сейчас, короче, друзья, подойдем и посмотрим. Друзья, появилась актуальная проблема. Смотрите, возле пляжа негде расстелить полотенце. Здесь только шезлонги. Поэтому мы с собой, смотрите, взяли сумки. Будем ставить их здесь и заходить, да? Потому что очень много людей. Я переживаю, чтобы эти сумки наши не сперли. Ну что, пошли исследовать. Смотрите, такой вот пляж. Вода очень чистая. Кстати, такая прохладненькая уже. Руслана, я уже слышу, как говорит «Ого!». Это означает, что она, наверное, опять не зайдет в море. Опять приедет на море и не зайдет в море. Дай мне руку. Давай только, чтобы, смотри, камера не оказалась вот там. Потому что ты так взяла. Интересно. Смотрите, очень быстро наступает глубина. Не сильно мелко. Кстати, очень приятная галька. Она совершенно не режет в ноги. Смотрите. Порой мне кажется, что здесь вода еще чище, чем на Мальдивах где-то в океане. Ты заходишь? А что так медленно? Руслана, главное, я только что вам сказал, что очень приятные на ощупь камни. Руслана, спрашиваю, почему ты не заходишь, она говорит, потому что камушки. То есть ей они неприятные. Напишите в комментариях обязательно, как вам такой пляж. Вон, смотрите, турецкий флаг прямо в скалах. Мы еще, конечно, пройдемся дальше, в обратную сторону. Пока что здесь покупаемся. Зачем ты зашла в воду, если ты не купаешься? Да? Мочиться? Голову мочить, купальник. А мочиться? Потом. Друзья, с горем пополам у меня получилось все-таки окунуться. Прохладненько. Уговорил Руслану, потому что ее затянуть в море всегда очень тяжело. Потому что она часто холодная. Часто холодная. Смотри, люди купаются, а тебе холодно. Волосы держат.
Да, есть такие, что и зимой купаются, конечно, я но... Я люблю все очень теплое. Ну, мне кажется, эта вода сколько градусов, как ты думаешь? Ну, где-то 20, я думаю, 20-22. Я, кстати, друзья, видел в интернете такой градусник, типа уточки, который можно измерять температуру в бассейне или в воде морской. Я очень хочу такое приобрести, чтобы можно было вот вам сказать, например, на данный момент, какая температура воды в море. Так, смотрите, а чем глубже заходишь, тем водичка все-таки красивее. Конечно, на фотках, я вам честно скажу, ее фотошопят, она вообще бирюзовая, как на Мальдивах. На самом деле она не такая, но она тоже очень красивая. У меня прямо вот эта огромная гора очень впечатляет, когда заходишь в воду, смотрите, и купаешься с видом на такие огромные горы. Интересно, сколько здесь высота? Как ты думаешь? Да, мы же на Говерлу залазили, и нормально. Но мы скоро дважды уже полезем еще. На тропу? Да, на Лепинскую тропу, она тоже высокая. Ну, это интересно будет. Короче, ты пока не будешь, да, заходить? Я ты за сумками нашими смотришь? Да. По-моему, одной уже нету. Есть. Я, кажется, заметил, что, что вода холодная. Так, друзья, выходим. Пройдемся немножко дальше. Обязательно пишите в комментариях, как вам этот пляжик и водичка. Нам, в принципе, нравится, но на фотографиях она, конечно, выглядит красивее. Да, да? Отфотошоплено все. Отфотошоплено, блин. Все в последнее время привыкли все фотошопить. Да. Если жирное, то фотошопишь. Если вода в море грязная, то тоже фотошопишь. Так, будем выходить, пока наши сумки еще лежат на месте. Смотрите, друзья, мы переместились прямо к пляжу. Вот, получается, наши вещи. За шезлонги мы не платим, но шезлонги позади нас свободные. То есть мы можем нормально здесь сидеть и, смотрите, купаться здесь на пляже. Вода здесь очень чистая и прозрачная. И у Руслана никак не соберется купаться или нет. Ты покупалась? Да. А потом будешь говорить, блин, так мало купалась, пока были на море, да? Нет. Смотрите, насколько она прозрачная. Да, конечно, цвета Мальдив тут нету, такой, как мы ожидали. Но зато водичка настолько чистая и прозрачная, что, я думаю, этого вполне достаточно, чтобы круто проводить время, друзья, и наслаждаться красивыми пейзажами. Я иду к тебе. Руслана вот очень круто проводит время. Боится, что она здесь упадет, утонет, ее никто не достанет. Очень быстро встает. Ну, ты же не ходишь там, где глубоко. Ну, а вдруг я упаду. Руслана всего боится. Как так можно? То она утонет, то она с парашюта прыгнет и неудачно приземлится. Зачем так бояться всего? Я боюсь. Я боюсь. Кстати, напишите, боитесь ли вы глубины и умеете ли вы плавать? Те, кто особенно боится и не умеет плавать, как вы купаетесь вообще на пляжах? Только там, где мелко или... Надевайте какие-то спасательные жилеты или круги. Круги, я хочу жилет. Дай купи мне жилет. Давай тебе пончик купим, круг. У меня есть он, только я с собой забыла его взять. А почему ты не взяла? Ты же знала, куда ты едешь. А потому что я видела возле нашего отеля, там на бассейнах очень много их лежит. Ну, то ты же их не возьмешь сюда на пляж. Ну, я буду там плавать, там тоже глубоко в бассейне. Короче, друзья, погодка замечательная. Людей очень много, кстати, я даже русских тут слышу. Да, очень много, я тоже заметила. У нас в отеле русских нету, а тут их, по-моему, предостаточно. Ну, вчера мы видели в отеле, кто-то говорил на русском. Один человек, по-моему. Нет, какая-то компания. Компания, да.
А так-то, в принципе, одни англичане и немцы. Красота, друзья. Не зря говорят, что район Фетхия самый красивый регион в Турции для пляжа и отдыха. Я полностью в этом согласен. Очень красиво, мне нравятся горы. И я думаю, все, кто приезжает хоть раз сюда, они возвращаются именно на это место. Потому что в Алании, в Анталии, там совершенно не такая водичка, не такие пейзажи, да и вообще, не знаю, просто тут и чистый воздух, и все мега-супер круто. Так, друзья, мы тут уже находимся около часа на этом месте. Мы фоткались тут, кстати. Очень много фоток будет в наших инстаграмах, так что обязательно по ссылке под этим видео подпишитесь на меня и на Руслану. Там просто все фотки с путешествий и очень много сториз того, что не попадает сюда на YouTube. Так что ждем вас обязательно. А да. То, что-то у нас Инстаграм и в последнее время активность упала, надо срочно ее поддержать. Можно фотки туда позакидывать, будет новые. Будем уже уходить, да, отсюда? Да, можем перейдем на другой пляж. Да, потому что тут, в принципе, мы уже все посмотрели, накупались. И надо дальше вперед на поисках приключений. Да, пошли. Пошли, любитель приключений. Отважная Руслана, она боится всего, но все-таки преодолевает свой страх и идет дальше. Ну, я не пойду точно на это. Это ты сейчас говоришь. Пару я дней еще тут побудем, и твое мнение, возможно, поменяется. Смотрите, друзья, нашли водный спорт. Хотели поделиться с вами ценами за один час. Смотрите, каяки 40 лир, катамаран 50 лир. Это тоже катамаран, просто они разные. Да, этот за 60. Потом такая вот машинка, смотрите, тоже 60. Байдарка 40. Такая вот байдарка 30, ласты 15 и трубка с маской тоже 15. Мне нравятся вот педали. Педали. Ты хотела бы на таком дельфинчике поплавать? Да, но я помню, когда мы были в Эмиратах, там такие катамараны интересные были, что они, по-моему, можно крутить даже было да, на плане. Да, да, они были электронные какие-то. Да, да, ты сел, там нажал кнопочку, она сама тебя везет. Вот как будем в следующий раз в Дубае на Рамадан в следующем году, то обязательно надо взять, да, очень поплавать. Я тоже думаю, что интересно. Смотрите, вернулись на обратную сторону, чтобы вам показать, как выглядит пляж здесь. Конечно, он здесь не такой красивый, но водичка тоже очень чистая. Вот эти водные виды спорта, где можно взять все на прокат. Можете наблюдать, здесь людей намного меньше. Но пейзаж, по-моему, здесь тоже очень красивый, да? Напоминает, знаете мне что? В Карпатах есть озеро Молодости, и вот там так же само горы и примерно такой же цвет воды. Но там она не... об этом хотела сказать. Там она не такая чистая на самом деле, потому что там очень глубоко, а здесь более мельче, потому вода там более темная. И она очень холодная там. Да, будем идти обратно через этот National Park. Где-то там в начале мы еще не были на пляжах. Мы думали, что просто самое красивое здесь. Но так как мы уже здесь провели достаточное количество времени, будем идти где-то на начало, на вход. И остановимся еще на часик, я думаю, там. Зашли, друзья, еще в ресторан, который находится Blue Lagoon. Вот хотел показать вам цены на коктейли в турецких лирах. Смотрите, 35, 35, 40. В основном все по 35, пиво по 25 лир, 0,33, текила, джин. Короче, все цены вы видите. Используйте, если что, Google переводчик, чтобы перевести в вашу валюту, с которой вы сюда приехали. Идем дальше? Да, пошли. Вот, смотрите, тоже. Это фреши. Фреши, соки. Такие вот цены, все в лирах. Кстати, перекусить тут тоже можно. Донер, гамбургер, салаты, мясо. Я думаю, это тоже будет кому-то интересно. Коктейльчики, виски, шоты. Кто у нас любит подбухнуть? А ну, напишите в комментариях. Смотрите, я хочу еще сориентировать позади меня вот этот ресторан, который я называл «Цены». Прямо находится пляж, где мы были. То есть это все в конце этого полуострова. Заповедника так называемого. А тут уже, смотрите, пляжей нету. Пляжи аж на входе, там, где мы платили за вход. Это примерно вот, если вам видно, просто камера очень растягивает. На горизонте домики, это примерно туда нам надо идти, чтобы отсюда выйти. В принципе, я не знаю, будем мы тут задерживаться еще или нет. Я даже тоже еще не знаю. Очень хотелось бы посмотреть на пляж бабочек. Может,
туда поедем. У нас еще половина дня, в принципе, есть в запасе. Я думаю, мы успеем. Нам надо еще найти лодку, которая туда везет, потому что пешком туда добраться невозможно. Либо взять лодку. Нам приватную лодку предлагали, но это очень дорого. Так что желательно найти водное такси, где будет целая группа. Нас сюда отвезут на час или на два. Мы там покупаемся и вернемся обратно в Алю-Денис. Сейчас будем выходить, думать. Смотрите, тут еще такая красивая надпись. Только надо ее с обратной стороны смотреть. И такие зонтики. Велосипедик. Велосипедик? Кока-кола. Да. У нас машина, грузовик Кока-кола, а здесь велосипедик. Так, ну идем мы, друзья, обратно к выходу. Я думаю, все, что тут было интересное, мы уже увидели и вам показали. Возможно, что-то еще встретится, то с вами тоже поделимся. Hello. Так что, друзья, такой вот отдых у нас и интересный, надеюсь, видосик для вас получился. Если вам он понравился и понравились эти пейзажи и пляж Голубая Лагуна в районе Алю-Денис, обязательно поддержите лайком, напишите свой комментарий, что вам понравилось, а что не понравилось. Мы читаем все комментарии и частично отвечаем. Сейчас мы направляемся обратно к выходу. Скорее всего, если у нас получится добраться на пляж Бабочка, мы сегодня туда поплывем. И об этом всем вы уже сможете посмотреть в следующем видео, поэтому обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить очередное насыщенное видео. Нажмите на колокольчик, и совсем скоро мы с вами снова увидимся. До скорых встреч, пока! Пока!